Возвращаемся к событиям в нашей стране. 311 актюбинцев справили новоселье в микрорайоне Нуроактубе. Все они вкладчики системы жилстройсбережений. Многоэтажки построены по программе «Нурлы жер». Регион лидирует по объемам сдачи жилья. 2152 квартиры уже заселяют новые хозяева. Здесь построили трехэтажные таунхаусы, двухэтажные коттеджи и девятиэтажные дома. Сотни горожан смогли обзавестись собственной крышей над головой благодаря доступным займам. И теперь получить кредит в рамках программы «Нурлы жер» станет еще проще. Размер первоначального взноса планируют снизить с 30% до 20%. Нововведение начнет действовать в ближайшем месяце. До конца в этом микрорайоне сдадут еще 1655 квартир. 790 шаршы метр. За прошлый год в области построено 790 тысяч квадратных метров жилья. В этом году планируется сдать в эксплуатацию уже 850 тысяч. В очереди на новые квартиры стоят больше 20 тысяч актюбинцев. Поэтому нужно строить больше, чтобы обеспечить доступным жильем всех желающих. Чтобы собрать половину суммы от стоимости этой квартиры, у нас ушло бы много лет. В нашей семье есть дети, это тоже дополнительные расходы, и откладывать больше денег не получается. Новая программа поможет молодым семьям накопить всего 30% и купить себе жилье.